Ох, мы и заехали с тобой. Мне подсказывает моя крашеная интуиция, что это не Львов. Нет? Да, это не Львов. Это вообще как-то даже вылетело из головы, как это место называется. Ну вот вылетело как раз это слово, что с нами сейчас будет. Смотри, какая машина сидит. Я вообще не могу тут ногой стать. Смотри, какие места. Ну, вообще, конечно, безумно красиво. Ты все? Сфоткал? Не, не все, не... Светофильтры нужны. Ты видишь, как мы... А вон машина, которой... Ну, мы не поедем. Я не могу вообще понять, как тут... Нет, куда-то в другое место это ведет. Это они заблудились. Я вот не могу понять, вот не, это мои это, ноги. А, это тот джип, который там... Да. А вот это... смотрите, какие тут ямы. Тут реально... Может, объедем? Нет, спасибо, я лучше здесь застряну. Так, я быстренько приблизю. Пока историю замка не знаю, или что это за штука, но я обязательно в интернете посмотрю. Очень похоже на фалос. Это какое-то городище, и какое-то это городище, он там чуть выше, то есть это городище, это насыпанные валы. Ну, судя по всему, эту постройку строил дядя, потому что очень похоже на мужской орган. Так, товарищ лошадь, здравствуй, дорогая. А ну, давай на тебя посмотрим. Так, слышишь, дорогая, это дом. Ты слышишь? Это самолет. Какой самолет? В Украине давно бензина нет. Какой тут самолет? Боже, я уже начинаю бояться. Ты сейчас мне сейчас скажешь, что ты там чупакабру в огородах увидишь. Чупакабра! Мама! Так, ты машину не закрывай, Лю. А куда я буду? Я не смогу. Городище сфоткать. Так я ж не против, я не могу.